Светлая жизнь без наркотика. Это именно она. Приходит ко всем и к каждому, рано или поздно. Послушайте, должен вам сказать кое-что. Я завязан с наркотиками. Поверь, не буду. Никогда не попробую. Который ты завязал, это то, что тебя хочет с наркотиками. В будущем поколение торчков достаточно будет вдохнуть твой прав, чтобы прийти. Четыре колеса, чтобы открыть, хотя пятое, восьмое наружу. Меня нету никогда, это не работа, не успеха, зато исполнил все это в клипу. А еще из моря бухла, не хватает мне только ума, чтобы наконец понять, что употреблять не надо больше никогда этого дерьма. Алкоголь и наркотик, помещение моего здоровья, дроники, с каждым батом и пятками, с каждым десятки. Когда я просто пытаюсь, ко мне в гости снова кто-нибудь приходит и приносит чего-нибудь подороже. Мои привычки в покое не оставят меня. И там же граница, дружу и моя компания. И как ты сказать, знать, как здорово с ним, ты ничем не улыбаться и с организмом. Дальше так нельзя, просто думайся. Пока еще не поздно, мы тут с почками на пару охуели просто. И поджелудочная железа, то, что ты купается, то, что ты забежал. Ты веришь нам, кто по нулю, ты спроси, сколько лет рэп читать осталось этому МС. Мать, вы так, вот это отлично, не говори, устану подсосрать, но сил внутри. Но на эту пати нас еще хватит, так что ж так нет, забивайте. Давайте передавать по кругу, не забывайте. И что бы ни случилось, знайте, они не